то приготовить его очень быстро и получить приятные впечатления к утреннему чаю. Привет, друзья! Сегодня я делаю скоростной завтрак, а именно импровизированные пирожки из тортильи. Кто давно на моем канале, знают, что я люблю всякие ленивые рецепты. Рецепты, которые не требуют каких-то особых продуктов и каких-то больших затрат времени из всяких сложных приготовлений. У меня здесь натертый твердый сыр, натертый колбасный сыр, мелко нарезанные сардельки, тортильи круглые. Вместо тортильи можете взять любые лаваши из магазина. Формы произвольные. Итак, добавляю молочко к яйцам. Так, на глаз вилочкой это дело взбиваем. Ну как взбиваем? Размешиваем. Не так, чтобы прямо у нас тут пена была. Просто чтобы не было белковых вот этих нитей. Так, сюда к яйцу я добавлю немного муки. Немного. Ну, наверное, ложки 2 столовых. Вот так примерно. Можно взять венчик, можно взять миксер. Ну, это же все лишнее телодвижение, так сказать. Обойдемся просто вилочкой. Готово. Достаю тортильи. С некоторых пор они всегда у меня лежат в морозилке, потому что вещь исключительно удобная. Именно для экономии времени, создания всяких вкусненьких блюд. Вот так их разрезаю напополам, можете ножом. И приступаем к приготовлению наших, не знаю как их назвать, пирожков, не пирожков, хачапури. Нет, не хачапури точно. Шаурма. Нет, это и не шаурма. Забыла намазать майонезом. Намажу вторую половинку. Лучше намазать, конечно, всю. Ну ладно. Еще раз повторюсь. Набор ингредиентов на ваше усмотрение. Это может быть вареная курочка. Это может быть мясо мелко порезанное. Пережаренный фарш с луком, с грибами. Смотрите на свое усмотрение. Так, я немножечко это дело вот так приперчу. Можно сюда добавить свежий помидорчик. У меня сейчас нет помидорчика под рукой. Затем берем и вот таким образом просто сворачиваем. У нас получится вот такие треугольнички. Края не скрепляю, видите, да? Так, майонез, майонез. Можно порезать сосиску, можно порезать просто какую-то колбаску. Я говорю, у меня сарделька. Ну, так попалась она мне под руку. Колбасный сыр. Почему добавляю? Купила, ну, неудачный, просто так, что-то он не естся. Иногда бывает очень вкусный. А этот что-то как-то у нас не пошел. А вот в таком виде замечательно даже пойдет, я уверена. Вместо майонеза можете намазать плавленым сыром. Вообще будет идеально. У меня сейчас просто нету такого мягкого плавленого сыра. А вообще с плавленым сыром это будет вообще бомба. И он очень хорошо будет держать начинку. То есть, ребят, чистая импровизация. Скажем так, свободное творчество. Я очень люблю рецепты, которые можно на ходу что-то менять, придумывать. Повторяем нашу процедуру. Так прям смело придавливаем. Оно, видите, даже склеивается на майонезе. Вот так уплощаем это дело. Так, и пошли к плите. Зажигаю газ под сковородкой. Мне, конечно, эта конфорка не самая удобная. Но так вам будет видно. Видно блюдо, которое я приготовила с бумажным полотенчиком, куда буду вынимать сковородочку. Видите, конфорка не очень большая, но главное, чтобы вам было видно. Наливаем маслица. Еще раз придавлю наши. Назовем их пирожки, я не знаю. Сковородка разогрелась. Теперь берем наш пирожок. Вот таким образом его
окунаем яйцо и выкладываем. На сковородочку. Как видите, ничего у нас не вываливается. Все прекрасненько обжаривается. Ну, я думаю, что тут и так все понятно, да? Однозначно это не может быть невкусно. Сыр, сарделечка, лавашек, майонезик. Как бы, судя по ингредиентам, это однозначно будет вкусно. Тем более горяченькое. Под чаек, кофеек вполне. Красота какая. Так, вынимаем на полотенчике бумажное. Тут, собственно, все ингредиенты у нас готовы изначально. Если будете готовить с сырым фаршем, например, то тогда надо подержать еще под крышечкой. Ну что, друзья, смотрите. Быстренько и вкусненько. Думаю, в том, что это вкусненько, никто из вас не сомневается. Вот такое простое блюдо на завтрак. Если у вас заранее натертый сыр, то приготовить его очень быстро и получите приятные впечатления к утреннему чаю. Все, друзья, пока-пока. До новых встреч.